Всем здорова, дорогие подписчики! С вами, как всегда, Диман, а также Андрюха. Мы продолжаем играть на Drive Roleplay! Всем привет, пацаны! Сегодня, друзья, у нас будет просто офигенная серия, потому что мы планируем купить один офигенный автомобиль, который стоит, ну, очень много. И, ребята, я бы хотел прежде всего сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы очень сильно нас выручаете. Получается, ребята, вайбонус, вот этот вот промокодик S42520, если вы его вводите, я получаю деньги, вы получаете деньги на первое время, а, собственно, всем хорошо, и это говорит о том, что вы помогаете мне собирать денежки на новые проекты, да, друзья? Сегодня, получается, мы прямо сейчас отправляемся к Симону на нашей офигенной Ламборгини, чтобы купить кое-что интересное, друзья, и очень дорогое, поэтому обязательно ставьте кучу лайков, потому что, друзья, мы очень долго копили денег. Да, братан, да, да. Братан, у нас же перформанты, мы с тобой гоночку устроим какую-нибудь. Да, реальные бабки, братан. Кстати, а как вариант? Да, смотри, как братан, вариант, вот в принципе. Тихо, как раз будет донат на следующий проект. Блин, пацаны, мы должны выбить. В натуре, пацаны, кто-то сдонатит, либо прямо я, сейчас либо Тимон. Мы отправляемся к Симончику, там продолжаем, и уже вы поймете. Ну, может, по превью уже поняли, что мы купили, да? Но все равно пока что будет интрижка чисто для нас и для вас. В общем-то, погнали. Приехали, получается, к Симончику. Давай, Андрюха, пока едь по своим делам, я сразу же куплю то, что я хотел. Но мы все равно. Что связи, за дичь тут происходит? Че там? 5 пикапов одновременно купили. Ема, нахрена? Спрашивается, зачем и нахрена? Да. Короче, ребята, на самом деле вообще смотрим, что мы можем купить? Как бы какой-то Астон Мартин вообще пофигу, да? Не, Ламборгини, ну такое. Пофигу Мартин, вообще. Не. Теслу? Ну и тоже можем купить, но не эту мы хотим купить, да. Ребята. Другую Теслу также позволим, Феррари позволим, Хаммер позволим, перформанты еще одну можно, но, ребята, не, на самом деле... Не, ну перформанты, наверное, смысла нет. На самом деле, я хочу... Урус. Урус? Урус? А Урус, сколько братан. Стоит, братан? Либо же Ламборгини Авентадор SVG. Че покупать, ну, пацаны? Ну, че тут сказать? Урус неплохо. Или Авентадор? Либо же, пацаны, Верон за сотню. Верон за сотню, но нам не хватит бабок. Бабок, в смысле Верон? Нам не хватит, братан, либо же Мерседес. А, я понял. Короче, пацаны, если мы еще немножечко поднакопим с Андрюхой, продадим просто все свои тачки, мы можем купить либо Верон, либо Брабус. А, братан, либо Макларен. Это вообще. Кстати, мы прямо сейчас будет. Можем Макларен купить, либо Авентадор. Не, на самом деле я бы хотел для начала купить Урус, пацаны, протинговать так. Его, а потом уже купить Авентадор, если вы захотите. Ну, Брабус, хорошая идея, а также братан. Верончик. В общем-то, поддерживайте нас, братан, в комментариях. Я приехал. И пишите, правильно ли мы сейчас поступаем, потому что, ребята, я хочу купить Урус и протинговать, потому что я знаю, что там офигенный денег на него. Поэтому, ребята, мы его уже купили. Братан, выйди из кабинета, посмотри. Да я видел. А вот мой Урус, пацаны. Тихо. Уйди нафиг, моя тачка. Да, так, открываем его. Ребята, ну что же, вот и наш уже офигенный Урус. Да, и Андрюха, в общем-то, крутит пятаки. Окей, друзья, нам главное сейчас что? Протюнинговать эту тачку по пулам. Мне говорили подписчики, что она хорошо тюнингуется с офигенными возможностями. Там есть и спойлера, и бампера, и что-то. Слушай, на ней сейчас нету. Проверим. Кстати, братан, она очень хорошо наваливает. 220 спокойно идет. Мне кажется, мы с тобой, братан, даже... Это в стойке, вау, это в стойке, я разбил ее. Прикинь. Я разбил ее, да. Мне кажется, мы с тобой сейчас посоревнуемся, устроим какой-нибудь... Слушай, я не знаю, на бабке реально стоит с тобой соревноваться или нет. Я тачку сломал. Да по-любому будем соревноваться, братан. Главное сейчас понять, а сможет ли она объехать в стойке тебя, а потом уже прокачаем ее. Ребята, прежде чем мы будем тюнинговать наш Урус, мы его немножечко замерим и поймем, кто быстрее. Давай. Раз, давай. Два, три. Погнали! Просто. Ямал, он сразу стартует, смотри. Подожди. Слушай, а мы подожди, я тебя догоняю! Да. Что вы понимали, у меня Уракан, в общем-то, на фулах, а я, получается, ты что там заглох, да? Все, да я заглох, братан, давай, буду ремонтировать. Помогу, да. А я, получается, на стоке, ребята. И сейчас будет интересно посмотреть, на самом деле, Урус-то, если его прокачать, обгонит ли Уракан или же нет. В общем-то, давайте прямо сейчас это и сделаем. Так, на самом деле, мне интересно, сколько по тюнингу выйдет, потому что мне может, в принципе, не хватить. Так, ну, сразу, кстати, максимально, да, у меня пакет еще тюнинга. Бабок нету. Максимальный пакет, короче, купить. Коробку гоночную. Сразу ставим, ребята, тормоза гоночные. Турбокит обязательно. Ну-ка. Броню, блин, можно поставить, но 3500 будет стоить, ну, братан.
Кстати, сколько у меня бабок? У меня бабок там вроде бы 13 же. Давайте купим, да, в принципе, мне хватает. Так, если мы делаем подвеску спортивную либо раллийную, давайте раллийную чуть-чуть еще ниже мы сделаем. Диски мы пока трогать не будем. Основной цвет. Так, если у меня урик получается оранжевый, то в принципе можно сделать голубой урус. Ну, как очень вариант, четко, слушай, да? Хороший так, цвет так, будет, так, братан. Так, хороший вот такой цвет. Вот, ребята, просто сочненький. Купить. Дополнительный ну-ка, цвет сейчас ну-ка. Мы ставим. А это получается тормоза резко красные, ребята. Вот такие вот делаем. Ема, Брембо, спорт, все дела, да, пацаны. Да. Так, короче, голубые мы делаем фары. А цвет неона по всей области. Цвет неона мы также делаем голубой. Да. Вот такой вот, чтобы вообще сочненько смотрелось. Так, тонировочка 95% просто в ноль. Практически. Точненько, мощненько. Так, номера синий на белом, можно вот такие вот поставим, да, полтора штуки. И нормально. Теперь, ребята, у нас спойлер, получается, есть возможность для установки. Так, ух ты. Чё там? Не, ну это вообще какая-то дичь-дрочь, это тоже дрочь. Дичь а вот, полнейшая, вот это, пацаны. Кстати, неплохо так-то смотрится, да? А, либо хромированную полностью сделать, да, типа, ну давайте, да, я думаю, вот такой мы установим, купи. Так, теперь бампера. Передний, получается, ребята, вариант один. И слушай, вариант там 2. Неплохой выбор, да? Так, я вариант один ставлю, да, обязательно. Нормально. Тут просто, тут даже урик так не тюнингуется, как, собственно... Ага. Даже не знаю, пацаны, не, ну я думаю, это ставить... Ну это колхоз будет. Я думаю, да, это колхоз будет. Не будем мы это ставить. Так, давайте дальше смотреть. Юбки, нету юбок. Так, ну чё, я тебя жду тут, братан. А это что такое? А, это глушитель получается. Так, а если стандартный, подожди, если это... А, он уже стоит такой? Слушай, я тут уже пятаки нарезаю. Короче, на твои глушитель такой ставлю. Я немного не понимаю, как на самом деле тюнинг устроят. Ну, в общем-то, как это... О! Чего? Чего? Чё там? Офигеть. Тут дополнительные еще есть, кстати, возможности для тюна. Ну, нафига нам это? Это тоже нам не надо. Это тоже нам не надо. В натуре. Блин, можно это поставить, но это тоже колхоз. Ну давайте мы вот это, наверное, такие творит, ставим братан, 50 тысяч, поставим, так это стандартное все, так решетка может быть вот такая, либо, ну ладно, давайте тогда ставим. А, короче, братан, я затюнинговал тачку. Давай, ема, у тебя спойлер. Посмотри, какая она стала у меня, да. Охренеть, она сочная, братан. Вообще порядок. Кстати, я потратил, ну, нормально так-то бабок, где-то порядка 4 мультов еще сверху. Ну, нормально. Простите, извините, я, походу, майбах ударил. Братан, погнали отсюда? Нормально, давай, сваливай. Погнали отсюда, пока нас не заметили. Так, ну ладно, ребята, я предлагаю теперь с тобою... Офигеть, ты уже уходишь, братан. Охренеть, она наваливает. Реально, охренительно наваливает! Тихо. Короче, погнали на драк, прыжок и дерби устроим, а? Давай. Отправляемся прямо сейчас. Ребят, ну что же, мы приехали на наш привычный драк-рейсинг, и сейчас будем соревноваться с Ламборгини Урус против Уракана, и поймем, кто будет лучше. Ну да. Давай на счет три. Раз, давай. Два, три, погнали. Три, гоу! Так, братан. Так, я делаю... начинаю сейчас раздувать. Сколько ты едешь? Так, 280. Чего? 290? 330. А я всего-то еду, кстати, 270, братан. 270 было. Ехал. Я чуть не улетел. Ой, братан. Я живой. Ты живой? Я еще пока живой, братан. Братан, еду. Я просто вылетел из тачки прямо братан, через ограждение. Живи. Давай, братан, я тебя жду. Давай. Ребят, на самом деле Урус держался достаточно неплохо. И, в принципе, Уракан-то это спорткар, а Урус это внедорожник. Да, это и, понятное дело, что проиграл, да, но все равно супер. Не так плохо. Так, ладно, я сразу же, короче, погнал. Давай, я прям прыжок с тобой, братан. Сходу, резко, прям дерзко. И... Братан, я тоже полетел. Куда ты полетел? Я дальше тебя, братан. Братан, о, я тебя вижу, я кстати. Дальше тебя, и на... Ема, братан. Я на трассе, тоже. Братан. И ты продолжаем. На трассе, но у тебя получается по метрам, да, ты проиграл мне буквально пару метров. Короче, ребята, Урус начинает отыгрываться, у нас уже 1-1, и далее у нас будет спринт-гоночка. Погнали. Сейчас мы поймем на самом деле, кто круче, Урус давай. Или Уракан в потоке. У меня тормозов нет. На игру и начинаем, раз, два, три, погнали, братан. Го, так, ну на старте, да, ты выиграешь. Ну, кстати, по управлению у меня лучше. Иду по встречу, по управлению, да. Это прям стопрудово так, у меня тормоза, тачка. Тормозов нету. Пока, братан. Братан, у меня есть ты просто меня офигенные уделываешь шансы. В городе на изи. Тихо. Просто проскользнул. Третий прошел офигенно. Да, строчил. Так, погнали. Блин, братан, максимально одинаковые еду. Тачки, максимально. Смотри, у нас они. Так, я тебя делаю. Вау!
Ты больной! Братан, живи! Так, предлагаю отсюда начать, братан. Братан, ну подожди. Нормально же? Сейчас... У меня-то она на ходу, поэтому я ничего не знаю. Ну давай, мы наравне были, все, тормозился? Братан, полетели. Ну ты мог не тормозить, кстати. Если я врезаюсь, то не тормози. Ну окей, окей. Так, короче, пацаны. Ну ты чисто сам виноват был, братан. Ну, в смысле я сам виноват? Ты меня просто проскользил подо мной. Ну чуть-чуть, да-да-да. Короче, ребят, я даже догоняю Андрюху. Смотри, я догоняю Андрюху на подъеме-то. Ема, братан, пацаны, две сутки, тихо-тихо. Нормально. Вы, конечно, обязательно так не делайте, потому что, ребята, вас просто оштрафуют, так-то у нас бабки есть, отплатить так, все штрафы. Так, аккуратно. Ну, либо аккуратно. Же отсидеть пару дней. В натуре, ну пару дней лучше, так не чем делайте обязательно. Заплатить. Так, короче, братан, тихо-тихо-тихо. Я бы максимально одинаково. Ема, тут пацаны летят. Тихо. Братан, я понял. Тут трафика, по идее, нету, тогда что тут тачка делает? Я понял, братан. Я так. Понял. Идем. Ну, блин, мы были шансы выиграть тебя. Но ты опять на самом уходишь. Деле... Я понял, пацаны. Так, палево. Я тоже главное, влетел. Чтобы я не заглох. Главное, чтобы я не заглох, и ты не заглох. Я еду еще, она ты живая. Едешь, братан, броня решает лечу. Дела, вопросы. Лечу, пацаны, лечу, отлично. Лечу. Так, ема, пацаны, ребята, один... пацаны, мужчины. Так, понимаете, бочком. Что нам осталось 1 километр ехать? Один братан, мотив, у тебя все шансы километр. Есть, на самом деле, меня уделать. Я не знаю, ну, да, на самом кстати, деле, ну, так. Уракан сложно, конечно, выиграть, и... Не знаю, что должно способствовать этому, ну, братан. Дрифт, фак, дрифт, дрифт. Дрифте входишь, повороты. Ема, братан, так, тихо, бачка. Тихо, тихо. Поворот же направо показывал. Да. Меня... Да, я да. Тоже да. Да, 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 да. Так, давай, так, тут не срезаем, тут не срезаем, братан, не тут будем, не срезаем. Не братан. Да уйди ты, блин, жердяй. Твоюшкин, Машкин. Так, тихо, 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 тихо. Я ничего братан, не трогал у даже. Тебя сейчас джип, тебе сейчас везет. Может быть, я специально выбрал по именно сути, сюда реально спринт. Джип лучше сейчас. Боже, меня уносит, заносит. Братан, ну я почти приехал братан! Уже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты приехал, все, братан, я приехал, братан, я приехал. Да ну. Капец, тут народа на добыче золота-то получается. О-о-о. Слушай, смотри, ну, мажоры а стоят. Я-то заработал свои баллы. Получается, сегодня, ребята, Урус все-таки показал, на что он способен. Давайте тачку мы закроем. Я предлагаю давай. Тебе прямо сейчас отправиться добывать золото дальше, так сказать, накапливать на следующую тачку, ребята. Я предлагаю вам выбрать ее в комментариях, написать, что вы хотите, Макларен, Брабус, либо же Хаммер, или же Бугатти. Да, и да, так далее. Да уж мы продадим, наверное, весь свой хабар или как-то накупим, не знаю как, и попытаемся, в общем-то, ее купить. Ну а теперь, братан, погнали добывать золото, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем огромнейшее за просмотр, всем удачки, ребята, и всем пока. Всем пока, народ!